Մինք այի հանրապետության հատուկ են ծառայության տնօրեն և առաջի գերակալը։ Ես վերնուցական առության պետը, ինչպես նեղ աշխատակազմի ղեկավարը։ Մենք երեք հավաքարեն երկար ժամանակը քննարկում ենք կատարել հենց էլ։ Պարզվել է, որ երեք հիմնական գործառույթ Միտֆայի հատուկ ծառայությունը դա առաջին նախաքննությունն է, որ ուղեկցվում է օպերատիվ հետախուզական գործունեությամբ, այսինքն կատարում են և նախաքննություն և օպերատիվ հետախուզական գործունեություն, ինչը Հայաստանի Հանրապետությունում առկա չէ։ Եվ ես երկու գործառույթ ունեմ, որը ևս մեր մոտ Հայաստանի Հանրապետություն չի իրականացնում, դա ուրեմն կոռուպցիայի կանխարգելման որինձ դրական պարտականությունն է և հակակորություն տասնտասների կազմակերպումն ու երկրում հակակորություն գործունեության կոորդինացում։ Այսինքն իրենց երկրում բոլոր մարմիններն են զբաղվում հակակորություն գործունեության, բայց հակակնճական ծառայությունը կոորդինացնում է այդ աշխատանքները։ Կանխարգելման մեջ իրենց մոտ լուրջ տեղ է զբաղեցնում բոլոր օրենսդրական ակտերի փորձաքննություն, հակակորություն տեսակետից ունեցած փորձաքննություն։ Ես կուզենայի, որ Արտադրության նախարարության մեր գործընկերները այսօր ինչքան հարցեր ունեն, որոնք զբաղվում են օրենսդրական փաթեթի նախապատրաստմամբ, ես նախարարի հետ այդպես էլ պայմանավորվել եմ, որ իրենց հետաքրքրող բոլոր հարցերի մասին խոսեն, զրուցեն ծառայության տնօրենը և պատվիրակության ուսանողները, իրենց բարձր պրոֆեսիոնալներ են և շատ լավ պատկերացնում են մեր աշխատանքը, ենքանով որքանով որ օրինակ են դարձել եվրոպական մյուս պետությունների համար, ինչպես երեք իմ հարկարժան գործընկերը ներկայացրեց Հանրապետության նախագահի մոտ, իրենք համարվում են հակակորրուպցիոն այս ուղղվածության բոլոր խնդիրների առաջամարտիկ Եվրոպայում և շատ պետություններ արդեն Լատվիան, Լեհաստանը համանման կառույցներ են ստեղծում, ցանկություն են ստեղծել հենց երկրում։ Նույնքան որքանով որ ես մի քիչ զբաղվածություն ունեմ, ուզենայի, որ դուք հենց անկաշտան աշխատեք։ Рассказать о литовском варианте по борьбе с коррупцией. Всегда Евросоюз даже всегда подчеркивает, что особенно литовский опыт, который уже состоится 20 лет по борьбе с коррупцией, является образом для примером для других государств и как и считается всегда как удачный и подчеркивается при всех встречах. Но это нам конечно, как литовской стороне, очень это слушать приятно, но, как я и говорил уже, в следующем году, в январе, феврале, в начале февраля мы будем уже праздновать 20-летие нашей службы. Конечно, это наша служба тоже не была она с самого начала такая, как мы имеем сейчас, тоже менялась, но на сегодняшний день наша служба имеет три основные функции, основные направления, по которым мы работаем. Это, во-первых, конечно, самое основное и самое похожее с Ульянской службы специальных следствий, это, конечно, часть уголовных расследований. Но тоже это все-таки является самой основной нашей функцией. Мы тоже ведем как аналог сегодня в Республике Армения, мы тоже ведем досудебное расследование, сами возбуждаем уголовные дела, сами проводим до суда. Также, говоря про
часть уголовного, мы сами имеем возможность проводить оперативные мероприятия. То есть мы в Литве имеем самые большие полномочия и самые широкие возможности проводить оперативную деятельность. Ну, чуть-чуть она называется у нас по-другому сейчас, называется криминальная разведка. В принципе, это то же самое. И, как уже я вот говорил, это, в принципе, составляет где-то 60% наших ресурсов человеческих, и денег, и так далее, это со стороны службы. Да. Другая очень важное направление или функция наша – это превенция коррупции. Мы уделяем очень много внимания работая по этому направлению. Что такое превенция коррупции? Мы стремимся и хотим, чтобы в Литве каждое учреждение, каждое министерство, каждая служба, любой, да, занимался превенцией коррупции. Но мы считаемся такими, как координаторы. Мы ответственны за присмотр, за проведение. Но сами делаем тоже, работаем, как говорится, на четырех направлениях. Это, во-первых, в Литве создана комиссия из различных министерств, различных служб, различных ведомств, которые составляют руководители, входят, да, в эту комиссию. Председателем комиссии является министр юстиции и заместитель директора нашей службы. Эта комиссия составляет программу по борьбе с коррупцией на 10 лет государства. И там вносятся все основные мероприятия и все основные задачи на ближайшие 10 лет. Эта программа уже не первая. Уже 10 лет назад была создана такая же. И мы, в принципе, когда создавали 10 лет назад программу, некоторые меры казались такие, ну, даже невозможные, мы считаем, да, ну, или очень трудно достижимые, но на сегодняшний день мы посмотрели, что все-таки все было исполнено, все сделано, и сейчас мы сделали до 26-го, да, новую программу, тоже председатель, министр юстиции, и практически наша служба берет на себя всю организацию, организование этой программы, да, присмотр, потом отчет и так далее. Ну все, всю эту сторону. Да. Ну, я конкретно, если будет, конечно, возможность, приедете или не знаю, как-то все-таки, я думаю, найдем возможность ознакомить с конкретными пунктами со всей программы, чтобы представить легче было. Да. Второе направление по борьбе с коррупцией, по превенции коррупции мы тоже делаем проверку лиц, поступающих на работу в госслужбу. Где-то за год мы делаем, наверное, сколько тысяч? 6 тысяч. Уточняет, это всего делаем почти 6 тысяч проверок. Наша служба в Литве есть закон по превенции коррупции. И по этому закону, одной из статьи, мы ответственны, мы делаем проверку всех лиц, поступающих на госслужбу. Это вот сейчас Елена уточнила, мы делаем таких 6 тысяч в год, 6 тысяч проверок. Практически никто не поступит на службу, не проходя, да, вот эту проверку. Мы считаем, что это очень, тоже очень важно, потому что
только после этого только лица с безупречной репутацией попадают на госслужбу. Да? А как проверять? По каким критериям? Оперативная, разыскная деятельность или какие-то? По каким методам? Да, в законе по превенции коррупции в 9 статье есть указанные пункты, которые проверяются. И, конечно, судимость, например, другие правонарушения. Другие всякие правонарушения, этики, рабочие правонарушения и так далее, и так далее, и так далее. Но самый последний пункт нам разрешает даже предоставить и оперативную информацию лицу, кто принимает решение принять на работу кандидата. Да? Но это может быть и, конечно, и премьер, если принимает министров, и может быть, и например, и директор школы. Да?